Закончилась осень и наступила зима. За ночь выпало так много снега, что по дорогам невозможно проехать на обычной машине. Маша была рада приходу зимы. Она соскучилась по снегу и зимним забавам. Маше хотелось прокатиться по глубокому снегу. После тюнинга ее пикап не должен застревать. Мишкин Гелендваген тоже подготовлен для бездорожья. Его большие и широкие колеса отлично справляются с глубоким снегом. Панда ждал зиму, чтобы покататься на горных лыжах. Все в порядке, подъемник работает. Мишка позвонил Маше и пригласил ее на горнолыжный спуск. Маша обещала приехать и позвать друзей. Вчера Маша не выключила фары, и аккумулятор сел. Маша попросила Мишу приехать и помочь завести пикап от его машины. Панда поспешил на помощь. Ему хотелось кататься, но выручить друга важнее. Чтобы сэкономить время, Маша готовится к приезду друга. Провода подключены к аккумулятору, а снега так много, что ворота приходится открывать вручную. Маше понравилось, как панда гоняет по снегу. Привет, Маша. Ребята соединят аккумуляторы проводами, и Маша попробует завести свой пикап. Ребята знают, что ток в машине 12 вольт и не опасен для человека. А в квартире напряжение 220 вольт. И играть с проводами опасно для жизни. Последний раз друзья собирались вместе на Машин день рождения. Ребята хотели поскорее приехать на гору, но двигаться они могут только по очищенной дороге. На парковке у дороги ребята договорились встретиться с Машиной сестрой и пересесть к ней в машину, чтобы не застрять в лесу.
Кролик будет кататься на лыжах. Ёжик на сноуборде. И Пеппа тоже на лыжах. Ура, едем! Сюрприз! Нолик тоже приехал. Чтобы было комфортно ехать, ребята решили прикрепить длинные лыжи кролика на крышу машины. А остальной инвентарь войдет в багажник. У машины высокий дорожный просвет и полный привод. Но резина неподходящая. На таких колесах хорошо ездить по асфальту. Дина и Супермен расчищают лесную дорогу. Маша и Панда доехали до горнолыжного спуска, но придется подождать. Ратрак поехал равнять склон. В погрузчике перестал заряжаться аккумулятор во время работы. И когда ребята после обеда попытались завести двигатель, ничего не вышло. Теперь не получится дочистить дорогу. Ребята легко двигались по очищенной дороге. Но заезжать в глубокий снег было рискованно. Эх, была не была. Ну вот, надо звать Машу на помощь. Застряли? А где? В лесу. Рядом стоит погрузчик и грузовик. Сейчас приеду. Ждем. Супермен нашелся. Привет, Супермен. Как дела? Летом Супермен работал у кролика в автоцентре. Он показывал Маше переднюю дугу на пикап, чтобы она выбрала цвет. И вот пришло время воспользоваться дугой. Маша предложила подтолкнуть Хаммер в запаску. Хорошо, так будет проще, чем цеплять трос. Дино сильно удивился, каким стал Машин пикап. Привет, Дино! Привет, Маша! Теперь твой пикап не застрянет в той луже. Летом, когда у Маши и Миши были простые колеса, Дина вытаскивал их из глубокой лужи на своем грузовике. Маша подарила свои провода, чтоб ребята завели погрузчик.
К вечеру друзья добрались до горы. Всю неделю шел снег, и у Маши в огороде выросли большие снежные холмы. Маша улыбнулась солнышку, посмотрела на свою парковку и подумала, что пора переставить машину и позвать Супермена на помощь. Он с радостью согласился приехать и очистить Машин огород от снега. Привет, Супермен! У погрузчика огромный ковш, в который входит несколько кубических метров снега. Кажется, к Маше пришла веселая идея. Маша предложила сыпать снег прямо под балкон. Отлично, все сюда. Пока Супермен работает, Маша состряпает тортик. Спасибо. Мишка-панда катался по лесу и решил заехать к Маше в гости. Привет, Мишка! Привет, Маша! Классная горка!
Просто улет! Трамплин для прыжка! Миша, одевай свои лыжи и давай кататься вместе! Мои лыжи остались дома! Хочешь прокатиться на моем сноуборде? Мишка лыжник и не умеет кататься на сноуборде. Ой-ой-ой-ой-ой! Маша, сними меня отсюда, пока я не грохнулся. Есть идея. Я сейчас чихну. Раньше Маша парковала свой пикап в огороде. Но с тех пор, как возле дома появилась горка, машина стоит за оградой. Поэтому Маша решила построить гараж. Маша убрала пикап, чтобы приступить к строительству. А ты знаешь, с чего начинается стройка зимой? Правильно, сначала надо расчистить снег. Но лопатой Маша чистит снег в кузове. А для улицы ей понадобится фронтальный погрузчик. Это Супермен. Он поможет девочке. Маша хочет гараж из сэндвич-панелей, как автосалон у кролика. А вот и директор строительной фирмы. Его компания производит сэндвич-панели и строит из них автокомплексы и гаражи. Чтобы начертить проект, надо знать количество машин и высоту ворот. Маша хочет гараж на две машины с террасой на крыше, чтобы загорать и пить чай с гостями. Директор обещал подготовить проект, и как только будет готов котлован, он пришлет строителей и технику. Снег расчищен, но копать землю не получится, ведь зимой почва промерзает на глубину до 2 метров. Дина знает, как решить эту проблему. Он привез в кузове каменный уголь, чтобы устроить большой костер и прогреть землю. Уголь, в отличие от дров, горит медленно и долго. Огонь нельзя оставлять без присмотра. Поэтому Дина позвал своего дедушку пожарного. Он будет дежурить ночью, пока уголь не прогорит. Супермен набрал полный ковш снега
и тоже готов не спать всю ночь. Когда Маша проснулась, уголь полностью прогорел. А Дина уехал за экскаватором. Теперь, когда земля оттаяла, ребята смогут выкопать котлован. Отличная работа! Спасибо, ребята! А вот и строители. У них служебный микроавтобус, чтобы возить с собой весь необходимый инструмент. Маша объяснила, с какой стороны будут ворота и где должен быть вход. Это Варя. Она привезла доски для опалубки. На ее машине есть кран-манипулятор, поэтому она сама загружает и выгружает материалы. Из этих досок ребята сколотят опалубку. Опалубка – это щиты, которые придают форму бетону и держат ее, пока он не застынет. Пока строители работают, Маша собрала обрезки досок и опилки. Строители раскрепляют последний угол, а миксер привез первую партию бетона. Маша сказала, что можно выгружать. Бетон возили до позднего вечера. Две машины сделали по две ходки. И получилось 4 машины. Утром ребята приступили к сборке гаража.
Они сваривают каркас и крепят к нему сэндвич-панели. Маша выспалась, и у нее хорошее настроение. Варя использует грузовик как автокран. Пока строители возводят стены, Маша съездит за плиткой для пола. Маша любит лепить снеговиков и рисовать красками. Чтобы по крыше было приятно гулять, строители уложат террасную доску. Рисунки готовы. И гараж тоже. Пора принимать работу. Маша счастлива! Можно собирать гостей!